Со 2 марта перестал действовать беззаявительный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Такой режим работал на протяжении года из-за угрозы распространения коронавируса. Теперь же выплаты будут продлевать только по заявлению, которое можно подать через личный кабинет на сайте пенсионного фонда или госуслуг. Такую выплату предоставляют семьям до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Право на нее имеют семьи, доход которых на каждого ее члена не превышает 2 прожиточных минимумов. Как и раньше, подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время в течение 3 лет с даты появления 2 ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, средства перечислят с даты рождения или усыновления. При обращении позже выплата, согласно закону, начнется со дня подачи заявления.